Уничтоженный тротуар в центре города уже нуждается в ремонте. Так жители дома номер 51 на Большой Арнаутской уже не первый год обращаются к городской власти с просьбой отремонтировать пешеходную зону. Но все безрезультатно. Обращение на сайт 1535 с просьбой отремонтировать придомовой тротуар около дома номер 51 на Большой Арнаутской было несколько. И каждый раз в мэрии появлялась новая причина, чтобы отказать. Такая своеобразная игра в вопросы-ответы. Вообще ситуация с благоустройством под эгидой городских властей выглядит странно и нелогично. В центре города есть участки пешеходной зоны, по которым передвигаться опасно для жизни. Но они остаются без внимания городских властей. А в это же самое время миллионы бюджетных средств расходуются на благоустройство вполне приличных и нормальных улиц, где и тротуары были в надлежащем состоянии, и в срочном ремонте необходимости не было. Но городской совет принимает решение благоустраивать благоустроенное, что, к слову, частенько у них и не выходит, даже за миллионы.